Всем привет! Выходные совсем близко, и самое время подумать, как их лучше всего провести. Город подготовил насыщенную и яркую программу. Какую? Разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! Вечер этой пятницы будет по-особенному горяч. На площади Куйбышева пройдет большой бесплатный концерт группы «Хлеб» и самарских диджеев. Концерт состоится в рамках баскетбольного турнира. Начало в 5 вечера. Познавательные лекции, музыкальные перформансы и спектакли – это далеко не все сюрпризы, которые подготовили для самарцев организаторы слета художников. На один день одно из зданий центральной части города превратится в настоящий дом художника. Комнаты и дворик будут выставочным пространством. Участники поразмыслят над тем, кто он – современный самарский художник. Приобщиться к прекрасному может любой желающий. Программа начнется в субботу в полдень на Ленинградской, 70. Полдень воскресенья в загородном парке начнется культурно-этнический фестиваль. Там можно будет узнать больше о русской традиционной культуре и истории. Помогут это сделать тематические интерактивные площадки. А также подготовлены старорусские игры и хороводы, историческая реконструкция, мастер-классы от ремесленников и вкусный самоварный чай с медовыми пряниками. В воскресенье в первый осенний день в Самару с бесплатным концертом приезжает Елена Темникова. В этот день свой юбилей празднует микрорайон пряничных домиков Самары «Крутые ключи». Праздничная программа начнется в 13:00 и завершится в 10 вечера ярким фейерверком. При этом весь день будут проходить конкурсы, мастер-классы и концерты, обещают организаторы. В воскресенье вечером, несмотря на то, что лето прошло, на Самарской набережной продолжают танцевать. Их не остановить. В 6 вечера на Маяковском спуске зажгут спортсменки региональной федерации чирлидинга. В 7 вечера их сменят парные танцы. А на Некрасовском спуске в 19:00 можно будет согреться под звук этнических барабанов. А на этом все. Проведите свои выходные ярко. Всего вам доброго. До встречи.